Всем привет, ребят! С вами Вахмет, и сегодня у нас топовейшая сборка на нашем канале. То есть у меня круче сборок, ну, реально еще не было. Сборка получилась пушка-гонка, но она не такая, как все привыкли, что будет все сверкать, там, гореть. Сборка собрана, значит, с упором на качество, на производительность, на то, чтобы FPS у человека в Warzone был хороший. То есть на внешний вид было все равно. И чтобы максимально было тихо и комфортно играть на этом компьютере. И сейчас я вам про нее подробненько расскажу. Мы протестим в 2К, в 4К, там некоторые игры как бы. Материнская плата здесь Z690 Aorus Elite на DDR4 памяти. Тут будет две плашки памяти по 16 ГБ DDR4 на 3200 МГц. G-Skilled Ryzen Z. Плата вообще офигенная, то есть у нее усиленные слоты под видеокарту, под оперативку. У нее тут огромные радиаторы и на VRM, и на SSD, то есть, ну, в принципе, о чем говорить. Ну, материнка дорогая и очень крутая, в принципе, во всех смыслах. То есть у нее есть все, тут даже перечислять особо нечего. Тут и крутой VRM, и все есть интерфейсы, и ARGB, и RGB, короче, тут... Все вот эти вот радиаторы, ну все, есть, короче, материнка топ. С подсветками, Aorus, все как бы, как вы любите эти орлы, наклейки, там все дела. Процессор у нас здесь Core i7-12700F. И к нему охлаждение было взято с запасом, так как хотелось, чтобы он не просто охлаждал, а чтобы она очень тихо его охлаждала. И, впрочем, там и добились этого результата, то есть... В принципе, при где-то там в стресс-тесте держать температуру там 7-7 где-то градусов примерно в закрытом корпусе, довольно глухом, при оборотах там где-то 800-1000 оборотов вентиляторов, то есть она справляется отлично. Водянка себя показала офигенно. Единственное, у нее есть минус, то что она огромная. И пришлось из-за нее корпус поменять. У нас был корпус, там, BeQuiet 500DX. И так получилось, что, ну, хотелось поставить ее, как полагается, то есть наверх. И чтобы она поместилась. Но она в BeQuiet в этот не поместилась ни вперед, ни наверх. Поэтому пришлось нам взять вот такой вот, да, вот старенький, конечно, этот фрактал дизайн. Но он очень крутой, качественный. Это фрактал дизайн Define S. В общем-то, тут эта водянка поместилась наверх. 4080 RTX сюда влезла. Просто играючи. В общем-то, ребят, это получился очень серьезный компьютер. Такой довольно тихий для своей производительности. Который тянет игры в 2К вообще свободно на изи. В 4К с DLSS-ом тоже он тянет на изи. Я вам это продемонстрирую. Даже не оптимизированный киберпанк, он тянет 4К с DLSS на качество. Представляете? То есть, посмотрите потом тесты, все увидите. А если хотите посмотреть полную сборку этого компьютера, то заходите на мой стрим, он у меня сохраняется. Как я собирал, отвечал на вопросы, как мы тестили. То есть, все собрано на стриме, протещено прямо без никаких там, знаете, приукрашеств и так далее, никаких там фейков и так далее. То есть вот она 4080, 12700F, 32 гигабайта оперативки DDR4, Aorus Elite Z690 и корпус. Все в закрытом корпусе тестировалось, температуры все показано, там сколько ватт жрет, OCCT я прогнал. Ну, в общем, посмотрите, пушка-гонка. Сейчас я вам покажу поближе, что у нас получилось, ну вот, какие особенности. И потом погнали тестить в играх. Вот, ребят, такая вот помпа необычная у этой водянки. Вот сама водяночка. Просто огромадная. У нее не просто как 360, у нее 400 с лишним, потому что, видите, радиатор выходит еще за сами вентиляторы. Вот такая вот монстра пушка. 4080. Это еще не самое громадное. Но тем не менее. Вот так вот в этом корпусе не перегибаются провода. То есть все четко. Крышка становится, уже пробовали. Снизу 140-ка на вдув. Сзади 140-ка на выдув. Спереди 320-ки на вдув.
поставлены, XPG-шные вента. Вот, сверху вот так вот эта водяночка встала, то есть она здесь с запасом, видите, никакие радиаторы, вот она там не перекрывает. Кому-то нравится, кому-то не нравится, как помпа выглядит. По мне, она довольно-таки прикольно смотрится. И, в принципе, вообще компьютер довольно аккуратно смотрится. И все равно, смотрите, в этом корпусе все равно это будет выглядеть вот так вот. То есть мы сейчас закроем корпус. Базу. Контракт отмечен. В районе работает наш беспилотник.
Ваша команда добралась до безопасной зоны.
была красотка. You're probably feeling some disappointment right about Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Центральную башню сил света атакуют.
что ж, ребят, вот такая сборочка у нас, пушка получилась, реально. У меня таких сборок еще на канале не было. То есть сначала изначально этот комп собрался там в корпусе Be Quiet из 12400F, но человеку нужно, чтобы в Warzone было побольше FPS, и поэтому было решено 12700F поставить. Тем более он подвернулся за неплохие деньги, поэтому вот так получилось, и мы собрали его в этот корпус. Вот такой вот кратенький обзор такого крутейшего компьютера. А у кого остались вопросы, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в телеграм-канал, заходите, будем общаться. У меня есть группа ВКонтакте еще, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, с вами был Вахмет, пока-пока.